Дісней для взрослих, за що я люблю американську культуру. Так это за свободу нравов, слова и творчества. Вседозволенность публично и вольно пропагандировать фриковые ценности. Безусловно, приводит к генерации нового поколения ирзац-потребителей. Как я их называю, потребителей в квадрате. Сладкий декаданс с привкусом пуда соли смешивает ингредиенты поп-культуры в произвольных пропорциях и зачастую. Получаемый микс представляет собой смертную обиду для старшего поколения, которому трудно понять, что новому поколению для самоутверждения требуется сперва-наперво свергнуть старых поп-идолов, чтобы после воздвигнуть в насмешку своих новых, намеренно абсурдных. На этот раз сакральной жертвой пал Дисней. К вашему вниманию реквием в картинках по диснеевским идеалам.